Привет! Ну что, всем доброе-доброе утро! 10 августа 2024 года. Итак, мы навели порядочек, а я деткам что-то принесла, пока они гуляли. Привет! Пока они гуляли! Сладкие зайчики, сладкие зайчики! Вот он наш Прометейка хвостиком завилял. И Азия девочка. Да-да-да. Кто будет ням-ням? Конечно! Конечно, мой красавец Эквадор. А что я вам принесла? Морковку и капусту. Я вообще-то хочу... Давайте я, знаете, что сделаю? Я просто морковку хочу на улицу высыпать. Здесь не хочу рассыпать. Я сейчас им дам капусточку. Ой, сейчас. Да. Специально принесла вот такую... Муж говорит, а ну порежь. Я говорю, так это для игры. Так это для игры. Итак, всем доброе-доброе утро из нашего дома Костропула. От веселых ребяток конфеток, которые мои тапки уже. Это кто у меня тут, акулина или... Девчонки, вы скажи, или барракуда? Конечно, акулина. Дай, пожалуйста, мои тапочки, красотулечка ты моя. Сразу Эквадор схватил капустинку. Так, Эдуард передает привет своей семье. Эдуард, это пудель. Это красавец пудель. Вот он. И, конечно же, наш Гамлет, болтунчик. Китенок, который у нас зарезервирован в Екатеринбург, передает привет своей семье. Вот он капусту жует. И красавец по кличке Катранчик, который на следующей неделе уже покидает наш дом. Ушко подклеим тебе сейчас. Кушай тоже. Как будто бумажку, да, это капуста. Катранчик передает вам привет. Вот он, скажи, какой я сладкий зайчик. А также хочу сказать, что все, да, остальные ребята у нас... А, Хорватия! А ну иди сюда, Хорватия передает привет своей семье. Хорватия у нас поживет еще целый месяц. Ну, такая договоренность у нас с владельцами. Вот, но она продана полностью и будет передавать привет своей семье. И грызть капусту и морковку. Вот такие вот дела. Итак, ребята... Остальные щеночки у нас продолжают искать папочек и мамочек. Этот красавец Прометей. Вот такой сладкий, ласковый мальчишка. Нереальный красавец. Ты уже за мной ходишь? Когда мама начинает снимать видео, он скромничает вообще-то. Он очень веселый, активный пацан. Вот. Ну, а самый, наверное, здесь активчик, это Эквадор. Вот этот голубой, длинношерстный, голубой мрамор мальчишка. Он у нас предлагается сейчас всего за 100 тысяч рублей. Вообще крутяцкий пацан, так что спешите, это обычная акция в нашем питомнике. Прометей сел, красавец. Прометей шикарный, красавец, цена его 130 тысяч рублей, длинношерстный, маленький, 4 месяца практически, 3,5. Полностью привит, чипирован. Так, дальше, это у нас Азия, которая продолжает искать свою семью, красивенная, курносая, чудесная девчоночка. Так, кто у нас еще? И черныши. Этот красавец корсар, чудесный мальчишка. Русланчик у нас черно-подпалый триколор. Гамлет мне уже под ногами. Да, сейчас дам морковочку. Ну, в общем, поросятки маленькие. Русланчик у нас продается за 80 тысяч рублей. Шикарный красавец. И, значит, акулина. Вот это вот акулина. Черная длинношерстная барракуда, абсолютно черная девочка. Это барракуда? Это барракуда? Да, это барракуда. Барракуда 100 тысяч, акулина 80 тысяч рублей. Да, а Гамлет не продается, он просто ходит и помогает мне снимать видео. Пришел красавец корсарчик, шикарные дети, отличные, здоровые, веселые. И я что-то не вижу, где у нас еще один малыш. Он схватил кусочек и убежал. А он рыбку грызет, палочку рыбную. Это у нас малыш Скат. На, пошлите туда. Здесь я, конечно, босиком хожу, ребят. Пол некрасивый. Мы его когда-то покрасили, а теперь он такой, конечно, но он чистый. Потому что я каждый вечер мою шланга. На, детки. Детки-конфетки. В общем, все заняты. Эквадор мне показывает, что там нужно срочно выдать морковку. А что не выдать? Пойдемте, я вам насыплю на улице. Пойдем, на. Пойдем, сейчас я тапки свои одену, потому что они мне их унесут. Пойдем, на. Да. В
кушают вкусняшки, погрызушки. У нас девчонки гуляют, у которых течка, у которых не течка. А сейчас выйдут уже скоро. На! Так, я даю морковку. Не знаю, ничего не вижу. И у нас кабачок. Кабачок, капуста. Все, ребят, занимайтесь. Веселые котята. Вон они, наши девчонки. Сусана. Анушка гуляет. Да. Малышня. Малышня, малышня. Вот такая вот у нас компания уменьшается постепенно. Но кто хочет купить счастье в Крыму, в нашем уютном доме Костропула, добро пожаловать. Пуделей у нас в наличии нет. Это я просто показываю Эдуарда и нашего Гамлета. Но, ребята, по поводу пуделей. В дружественном питомнике. Питомник это не просто дружественный. Это мама и бабушка нашего Нептуна. Ну, живут в этом доме. И у них есть сынок абрикосового окраса. Он сын бабушки нашего Нептуна. Ну, я думаю, вы поняли, кому понятно. Его зовут... забыла как. Вот, он, значит, я выставляла его видео на своих каналах. Кто не видел, пишите, я вам сброшу. Цена недорого, но и, конечно же, не за 30 тысяч, понятное дело. Документы РКФ без дефектов. Настоящий той, он не будет крупным. 4 месяца. Родители имеют титулы. Пожалуйста, кому нужен той пудель абрикосового окраса, мальчик, замечательный, выращенный, настоящий. Знаете, что такое настоящий? Скажут, что такое настоящий? Настоящий той пудель. Без каких-то преувеличений об этом говорю. Потому что я уверена в этих кровях. У нас Нептуха оттуда, от этих родителей, от этой мамы и бабушки. Поэтому там замечательные дети, воспитанные, со здоровой психикой. Все, там зубки 6 на 6. Я сама видела этих детей, сама трогала их. Поэтому спрашивайте, пишите. Но кому нужно прям вот просто дешево и бесплатно, это вот туда, на Авито. Заходим, ищем. Куча предложений, так же, как и по чихуашкам, и, наверное, по любым породам. Каждый выбирает сам, где ему покупать. Известно, неизвестно. Здесь у нас все открыто, родители, прародители, папы, мамы, кто родился, когда, все здорово и замечательно, поэтому бесплатный сыр в мышеловке, это к тому, что нам надо подешевле, подешевле это мимо, пожалуйста, Костропула. Потому что содержание и получение вообще этих собак, да, как правильно выразиться, это стоит огромных затрат. И бесплатно вам никто, без подводных камней, никто ничего не продаст и не отдаст. А здесь у нас малыш Катранчик занимается, пока все убежали, занимается капустиной. Так, вот так. Ай, посмотрите, это вот я только что запустила в чистоту детей, да? Катранчик, и прибежала эта барракуда. Я вот сверху пока еще барракуду, пока грудку не увижу, барракуда полностью черная. А скат у него белая грудка. Ну и писюн, конечно же. И кто? Можно посмотреть? Можно? Это барракуда прибежала. Вот такая вот детвора. Хорошуль. Оставайтесь с нами на нашем канале. Если вам интересно, под этим видео есть ссылочка, где вы можете нас смотреть. Это и Дзен, если это длинные видео, я загружаю туда. Это и ВК. Ну и, конечно же, я продолжаю работать в Ютубе. Пожалуйста, подписывайтесь, оставайтесь с нами. И всем хорошего настроения. Посмотрите, как Эдуард радуется. Боже ты мой, смехотулька, да и только. Всем пока. И пусть исполняются все ваши самые добрые и заветные желания. До новых видео, до новых встреч. Обнимаю. Екатерина и ее компания из Крыма, Костропула.